компания Антей добывает на Дальнем Востоке дикую сардину и васи, после чего доставляет ее к нам на завод в Москве. Мы ее перерабатываем и поставляем в такие московские сети, как Метро, Азбука Вкуса, Пятерочка, Вилла. Суда нашей компании Антей добывают сардину и васи в Тихом океане и в японских морях. По нашим данным и данным науки, промысел этой сардины, этой рыбы, будет только увеличиваться. Наша компания проводит масштабные маркетинговые исследования, изучаем спрос потребителя, выявляем рецептуру и технологии для создания новых продуктов из сардины и васей. Группа компании «Антей» на выставке «Продэкспо» представила новую линейку продукции, одной из которых сардины и васи кусочки в масле, сардина кусочки в масле с укропом, а также одна из новинок нашей продукции – это сардина филе без кожи в масле. Мы не особо обширно представлены в сетях, но планируем в этом году расширить наши горизонты, чтобы наша продукция была представлена не только в Москве и Московской области, а еще и за ее пределами, а также, возможно, и за пределами России. На данный момент сардина и васи доступна любому потребителю. И при увеличении добычи цена будет только снижаться.